Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Поздравляю вас. Отличное выступление. Второе место, да, в этом задании? Второе место на дистанции 1000 метров Сибирь-Тест. И выступили вы действительно реально лидеру нашего молодежного сезона, Константину Плохотникову. У нас сюда Константин, очень хорошо выступал, Хламогоров, значит, Плохотников, одни Константины. Но тяжело было бежать сегодня? Нет, сегодня бег был не быстрый. На выигрыш, на финиш только проиграл. Угу. Ну, не хватило. 497. Ну, у вас там начало сезона было хорошее. Помните, мы с вами общались на кроссе в Жуковском? Да. На командном по мастеру сбегал. То есть сезон все-таки в целом хороший? Да, да. Получилось нормально. Все получилось, что планировали? Или мастерские рекорды не должны установить? Можно было чуть-чуть побыстрее, конечно, сегодня пробежать, но так как никто не выходил, пришлось самому все вести. Не на быстрый темп сразу. На первенстве выступали? Нет, не выступал, заболел, к сожалению. А на чемпионате тоже не смог не выступить? Да, все пропускал, потому что болел. Вот только выздоровел к спартакиаде. Мог спартакиаде выздороветь, но видите, все-таки смогли занять второе место. Смог собраться, да. Это хороший знак? Такой, да, вполне. Мажорный знак, как бы окончание сезона. Теперь большой отдых и, наверное, кросс, или нет? Да, сейчас немного отдохнем, будем готовиться к осени, к кроссу. Оренбургский кросс, да, скорее всего, да, в планах? Да. И там постараемся выиграть. Конечно. А там будем где? В молодежной категории? Молодежной, да. Ну, какая тогда цель на зиму? Отдых? Или все-таки пропускаем зимний сезон, или будем выступать? Что-то 1500, допустим. Еще посмотрим, но, скорее всего, думаю, выступим. Чего пропускать пока? Пока выступаем в молодежке, будем все захватывать. Посмотреть, да? Ясно. На будущий сезон, пока главный дистанция все-таки Стипль-Чеса остается, да, на, да, дорожке, кроме кросса. Кросс и Стипль-Чес. Да. Это все-таки любимая дистанция, любимая дисциплина. Очень близкие. Ясно. Ну что, я хочу вам пожелать новых побед, новых достижений, выздоровления, не болейте, просто побеждать. Спасибо вам большое, удачи.